прощения. Давайте посмотрим на цифры. Это еще первые результаты прогнозов, которые продолжают меняться. Правда, не намного. Основные партии, остаются на своих местах, меняются ненамного цифры по результатам опросов у избирательных участков. А мы повторим, что на первом месте социалистическая партия премьер-министра Антонио Кошты. Она лидирует на досрочных выборах в парламент Португалии. Обработаны более 50% избирательных бюллетеней. Только что пришли, прошу прощения, последние данные. Обработаны более 87% избирательных бюллетеней. И согласно этим данным, у социалистической партии 42% голосов, тогда как у социал-демократов 29,84. То есть подтверждаются прогнозы о том, что они не достигли даже 30%. И что разрыв между социалистами и социал-демократами составляет 12%. У партии Шега, крайне правые, 7,33% голосов. Это последние данные на основании подсчитанных 87,82% бюллетеней. Португалия, по данным результатам, движется, скорее всего, к тому сценарию, по которому социалистам не удается набрать абсолютного большинства голосов, и им придется подумать об альянсе с другими партиями. Напомним,